На сцене Рязанского театра драмы «Старые знакомые». Брянский областной театр драмы и его большие гастроли. В репертуаре 5 спектаклей и 1 мюзикл для детей «Маугли». Нам очень приятно, что сегодня мы открываем на сцене старейшего театра России гастроли Брянского областного театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого, которому в этом году, в ноябре, исполнится 95 лет. Поэтому мы еще молодые по сравнению с вашим театром. Но, тем не менее, нам очень приятно, что вот в афише, гастрольной афише, мы постарались разнообразить его таким образом, чтобы удовлетворить максимальное количество и жителей Рязани, и гостей Рязани. Поминальную молитву Григория Горина показали одной из первых. Это история о людях и их обычаях, и испытаниях, которые выпадают им на жизненном пути. У повести еврейского классика «Шалом Алейхима» «Тевье молочник», написанной в начале 20 века, судьба оказалась счастливой. Произведение давно разошлось на анекдоты, а затем трансформировалось в один из лучших мюзиклов мира – «Скрипач на крыше», а позже в пьесу российского драматурга Григория Горина. Хава, кончай, затук обревелась. Книжка грустная, мама. Какая книжка, когда в руках нож? Думаешь, грамотные не режутся, отложи. Отложи, тебе говорят. Мам, ну оставь, на самом интересном месте. На самом интересном месте вернется отец, а у нас ничего не готово. Как считают организаторы праздника, брянские большие гастроли расширяют творческие границы между театрами и городами, а также привлекают новых зрителей. Рязанские поклонники мельпомены в мир театра погрузились с большим удовольствием и встретили гостей с овациями. Театр мы посещаем часто. Сейчас у нас до начала театрального сезона по всей Рязани открылся театральный сезон в музыкальном театре. А сегодня, сейчас уже в драмтеатре, мы ходили на бенефис «Любовь Корж». И сегодня посещаем гастроли Брянского театра. Драматически нечасто. А какие? Филармония. Филармонию все симфонические оркестры. А на Брянском театре первый раз? Да, первый раз. Раз в месяц. Стабильно? Стабильно. Иногда бывают перерывы, но, в общем-то, раз в месяц стараемся. А еще большие гастроли – это своеобразный бартер. Актеры нашего театра драмы уже в Брянске. Со своей творческой программой, включающей в себя несколько популярных рязанских спектаклей для всей семьи. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».